Приветствую вас, дорогие зрители. У нас совсем скоро начнется матч НИП против ТСМ. Матч за выход из группы. В принципе, фавориты нелегко и просто одолели. Две довольно-таки неплохие команды CLG и команду Renegade. Но справились. Справились, и теперь, опять же, две топовые, две серьезные европейские команды решат между собой, кто же выйдет в первое место, кто сразу же обеспечит себе слот в четвертьфинале, который, в принципе, мы будем с вами наблюдать уже послезавтра, потому что завтра нас ждет бойня лузеров, бойня за оставшиеся 4 места. НИПы разыгрываются, ТСМы тоже разыгрываются. В принципе, команды, опять же, говорил, сыграли по одной карте, опять же, должны были, в принципе, нащупать, скажем так, нужную сенсу и готовы противостоять друг другу. Ну и мы ждем, я так понимаю, пик бан карт, потому что как только на экранах у нас появится уже стандартная нам картинка, ребята начнут вычеркивать. И вроде как вот с минуты на минуту. Сзади ходит судья, сзади ходит тренер у команды НИП. Ну и что-то Фриберг пытается найти на своем мониторе, что-то смотрит. ТСМчики, кстати. Вот НИПы, например, они сидят, да, целенаправленно смотрят свои мониторы. По-моему, разыгрываются, играют в КС. ТСМы же, наоборот, решили, наверное, перевести дух больше после австралийцев. И решили, наверное, немножко выдохнуть. С другой стороны, всего лишь две карты нужно, да, выиграть, чтобы выйти в четвертьфинал. То есть не так уж и много сил потратить, потому что все мы знаем другие турниры, где порой играют по 3, 4, 5, а то и 6 карт в день. И, кстати, может быть, и на ESL в последний день нас ждет много карт. Хотя в последний день, например, будет, мне кажется, два полуфинала и финал, насколько я помню. Поэтому, в принципе, будет довольно-таки тяжело. Сегодня же всего лишь одна карта в группе, вторая карта в группе, все. Но две карты — это действительно не очень тяжело для любого профессионального игрока, потому что на праках в каждый день ребята отыгрывают от 6 карт и более. То есть бывает 8. Мы помним, в 1.6 иногда даже 10 карт играли в день. Просто 10 карт сидишь и играешь. Там в Kirchnet особенно. Это еще команда, которая была до команды Na'Vi. Поэтому, дорогие зрители, ждем. Мы с вами пик банкарт. Я так понимаю, программисты из компании Valve сейчас настраивают, опять же, это локальное лобби, сервер. Кстати, вот жалко, что вот этих вот фишек, которые на самом деле уже давно были введены на мейджор-турнире, до сих пор не ввели, скажем так, в обычный матчмейкинг-режим. То есть нету, скажем так, вот этих вот так называемых как CM-ов, да, если с Dota сравнивать. То есть ты не можешь собрать свою команду, ты не можешь вот так же красивенько черкать карты, и чтобы тебе система сама автоматизированно выдавала, опять же, какой-нибудь нейтральный сервер и сама выбирала там не сторону, потому что сторону, ну, кстати, отдавала возможность выбора стороны. Ну, кстати, вот такой автоматизации действительно не хватает, потому что это немножко тормозит, мне кажется, все развитие как-то вот на профессиональной CSGO сцене, потому что много у нас есть молодых команд, которые не знают, там, как организовать свой сервер, как где арендовать, как настроить. И было бы действительно классно, если бы все это было уже вшито в игру. Одной кнопкой нажимаешь, находишь, играешь, ничего не настраиваешь. То есть, в принципе, у нас игры, многие идут в этом направлении, поэтому и CSGO, я считаю, должен не отставать. Через 5 минут у нас только начало, дорогие зрители, поэтому мы, в принципе, уходим на еще одну небольшую паузу и совсем скоро продолжим. Оставайтесь вверх. Пальчики вверх. Оставайтесь.
Добрый день, дорогие зрители! С вами Арсений Сидя-Треноженко и Человек-спина. Таинственный Человек-спина, который только что прошелся. Это тот самый, возможно, был аналитик, кстати, который должен был поехать с командой Na'Vi и не поехал. Может быть, это он, а может быть и нет. Но об этом вы узнаете совсем скоро. Тем временем вы наверняка обратили внимание, что у меня появились мои маленькие друзья. Маленькие друзья. Значки, кстати, подождите, можем показать пикбанкарт вначале, потому что это очень интересно всегда. Ninjas in Pyjamas в матче против TSM вычеркнули карту Overpass. И, кстати, это может нам о многом сказать. Team Sulamit вычеркнули карту Cobble. Ребята, казалось бы, да, старые опытные команды разменялись новыми картами. Картами, которые, возможно, они не готовили к этому турниру. Может быть, Нипы меньше всего тренировали Overpass, а ребята с команды Team Sulamit меньше всего играли карту Cobble Storm. Дальше Нипы отказываются играть Dust 2 против команды TSM. Хотя бытует мнение, что TSM и как раз-таки Dust 2, наверное, играют не так уж серьезно, если брать, опять же, все их карты. Отказались также играть карту The Train против Непов. Ну и рандомная карта у нас... это, по-моему, Кэш, если я все правильно вижу. Дальше нам показывают переписку Фина и Насти. Насти, нашей русской женщины, которая решила связать свою судьбу с датчанином Керриганом. Итак, вот они, значки. Можно более детально их рассмотреть. Это Train, дорогие зрители. Это Guardian, дорогие зрители. А это карта The Nuke. Кстати, у меня Nuke есть у самого. Помню, я Даню Зевса попросил, и он мне просто дал значок. Теперь я вот с ним бегаю, с картой The Nuke. Таких значков у нас оказалось очень много. Их специально берегли. То есть знал у нас человек, что значки подорожают, знал, что доллар пойдет вверх, опять же, все это он предугадал, поэтому значки приберег. И пытался продавать, но отобрали. Отобрали, сказали, что не стоит все-таки зарабатывать деньги на наших несчастных зрителях, геймерах, можно все-таки разыграть и отдать эти значки. Правда, мы еще не придумали, как мы будем это разыгрывать. То ли это будет стандартный какой-нибудь рандомайзер ВКонтакте в группе Storm Studio, скорее всего, это такой самый простой вариант. То ли придумаем, например, какие-нибудь загадки. Там я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Но я думаю, это будет связано с областью там, какой-то математики, физики, то есть серьезные загадки для самых образованных зрителей. Ну, вообще, на самом-то деле, просто себе хочу значки забрать. Итак, CSGO. И не потому, что я образованный, а потому, что просто никто не будет знать вопросы, в том числе и я, но так как я буду вести это шоу, то заберу все значки. Итак, что у нас на стриме-то? На стриме у нас обзор карты The Cash. Да, все правильно, я увидел. Карт The Cash не против TSM. Попытаюсь я сейчас быстренько зайти на матч. Оп. Зашел хорошо. Из CS не пришлось мне входить. Вот такой вот он красивый декэш. Одна из самых сбалансированных, простых, серьезных, хороших карт, если честно. Кэш. Вот я, честно, многие, наверное, зрители знают, что я не люблю играть кэш. Сам его часто вычеркивал в своей жизни. Как и на личных каких-то своих пабах, так и когда мы в Na'Vi еще играли, отказывались от нюка и кэша. Но все-таки нюк, если мы не играли совсем, то кэш приходилось. Поэтому теперь ждем, я так понимаю. Как только команда будет готова, естественно, мы опять же ворвемся с вами в трансляцию. Ну а пока небольшая короткая музыкальная пауза.
Ну что ж, дорогие, остается 15 секунд, и начинается первый серьезный жесткий матч на этом турнире. Дело в том, что это матч за выход из группы А между двумя фаворитами этого турнира, командой Ninjas in Pyjamas и командой TSM. Причем, если честно, мне кажется, карта The Cash — это больше победа в плане пика бана карт от команды TSM. С другой стороны, ну, о какой победе можно говорить? Наверное, о победе рандома, скорее всего, потому что в конце, я напоминаю, у нас остается три карты, и, по сути, бот рандомно выдает сам. Абсолютно сам выдает последнюю карту. Итак, Нитрайт занимает у нас вентиляцию вместе с Алло. Ребята халдят у нас пока что на центре. TSM ждут. Подошли на мейн, пытаются вычислить Гзиста. Кстати, мидл довольно-таки серьезно укрепили у нас Нипы. Мало того, что Гзист находится на центре, еще два человека вентиляции. Тем временем выход на апленд, а здесь-то один лишь Форест. И в этом плане прогадали. Ни Б, не укрепили больше Б, больше мидл, а выход пошел на точку А. Кажум моментально оцеливает у нас Фореста. Гетрай тем временем с 5-7 играет через коннектор, ждет. Пока подойдут тиммейты, но будет довольно-таки тяжело, хотя Гитрайт справился. Минус скажу, на тракторе погибает у нас игрок датского коллектива. Прилетает смок на бомбу, врываются у нас ребят с командой НИП на плент. У Гзипкса хорошая позиция, он выловил одного из своих оппонентов. В этот момент Керриган за дальний заходит, пытается разофузить бомбу у нас игрок шведского коллектива, но не судьба. 1-0 в пользу команды Team Solo Mid. Отличная работа, и датчане выходят вперед. Вот так вот как-то, ну, довольно просто, если честно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Прогадали, конечно же, НИПы с тем дефенсом, который они вот пытались выстроить. Но, с другой стороны, тут была не была. Перекрыли, скажем так, 66% этой карты. Взяли очень серьезно одну из главных позиций. Это, конечно же, точка Б. Также отвечали они круто за центр, благодаря вентиляции все той же. Но выход был в противоположном направлении. В итоге на бэплэнд выходит у нас парень с команды TSM во втором раунде. Играют они с хорошими девайсами. НИПы исполняют ЭКБай, но опять же не угадали НИПы с направлением атаки своих соперников. В итоге решили засейвить свои пистолеты. И две мухи, кстати. Гзист-муха, Гитрайт-муха. Триберг остается у нас на девятке. Пытается аккуратно за зажиглом вычислить точку Б. Но пока никого не замечает. Оп, видел только что своих соперников. Вот этот прострел в голову. 93% жизни у нас оставалось у Фриберга после первого прострела, а пуля прилетела в голову. То есть, ну, я даже не представляю, сколько плоскостей пролетело, или плоскостей, а? Как правильно, кто знает? Наверное, плоскостей. Сколько пролетела эта пуля? Ну, много. Судя по всему, вот этот вот железный борт она пролетела, и... какую-нибудь еще стеночку. Я даже как-то вот так, что ли. То ли вот эта стенка настолько плохо шьется, что если пуля попадает в голову, снимает всего лишь 7% жизни. Гзист у нас со скаутом. Гитрайт со скаутом. 5-7 и пистолет P2000, по-моему, у Фриберга. Да. Дигл он посел в прошлом раунде. В итоге сейчас приходится играть с самым стандартным пистолетом. Самым стандартным оружием. Гзист со скаутом на центре. О, что это было? Вот это Гзист дает. Минус скажу. Шикарный хедшот. Сам не понял. Скорее всего, у нас капитан команды, что он сделал килл. То ли у нас залагало, то ли что. Но, согласитесь, это было невероятно. Классный хедшот. Многие из вас бы написали сейчас в чате vacation. Но это капитан команды НИП. Человек, который тоже в CSGO уже играет довольно-таки долго. Ну, если брать CS 1.6, то, наверное, на протяжении 7 лет. 6-7, как-то так. Гзист по-прежнему со скаутом. Потеряли Форест, Фриберг и Гитрайта. Неплохо разыгрался у нас Гзипкс также. Ну и две мухи. Попытаются НИПы что-либо предпринять еще в этом раунде. Алла, правда, погибает от Керригана, а Гзист смазал. Погибает от девайса. Счет 3-0 в пользу команды Team Solo Mid. Ну и начинается... первые важные бай-раунды. 4 эмочки с глушителем. Одна без.
первые и вторые арморы. Дефузы у нас есть только лишь у Фриберга, дорогие зрители. АВП у нас у Кажумба. Сколько, кстати, зрителей наблюдает за этим матчем? 520 тысяч со старта. Очень много. Очень много, конечно же, на этом турнире зрителей у нас в первую очередь. Ожидалось, конечно, что будет невероятное количество людей наблюдать, потому что сувенирные пакеты падают в каждом раунде. Но чтобы буквально с первых игр мы сразу же били рекорды там каких-то прошлых турниров. Да, пока не побили мы по посещаемости финал ESL в Катовице, тогда, напоминаю, 1 000 000 зрителей. Но, согласитесь, 750 тысяч тоже на первом матче. Это очень много в рабочий день. Однако сейчас лето. Поэтому многие, конечно же, отдыхают. Фриберг чекает под флешку. У нас подходы к Б. Правда, по-моему, сам он скушал свою же гранату. Ослеп в итоге под вентиляцией находится. И по нему была инфа. Попали. 37 хп остается у нас у Адама. Но все-таки сумел он скрыться. Отошел обратно на точку Б. Контроль карты. Тем временем команда TSM. Фриберг занимает нычку. Подходит у нас датчане Вентрум. Ну и атакуют Б. Девайс отстреливает Гитрайт. Тем временем Форест. Минус Керриган. Фриберг должен сыграть. Он находится вблизи. Кажумб. Оцеливает у нас Плент, минус Фриберг. В итоге подходит на девятку Алло и тоже погибает у нас от Гзипкса. Гзист остается у нас один против четверых. По ХП довольно-таки серьезные проблемы у нас команда Team Solo Mid. Но, дорогие зрители, Гзист об этом не знает. А если даже знает, то все равно 1 в 4. Ты, скорее всего, ничего не затащишь. Гзист прекрасно это осознает и в итоге будет сохраняться. Эмочка. Кстати, эмочка с автографом. Вообще, многие ли из вас понакупали-то стикеры с автографами? Как у нас, интересно, с этим обстоят дела? Поддерживают ли зрители своих любимых профессиональных игроков? Напоминаю, что 50% от суммы стикера уходит в карман профессиональному игроку. И это, конечно же, огромная поддержка того или иного любимчика. Интересно, кстати, чьих автографов больше всего раскупят. Кто у нас самый популярный игрок CSGO? Getright, Scream. Кто-нибудь из этих, наверное, парней. А может быть, ребят с команды Fnatic. Хотя Паша Бицеп, наверное. Паша Бицеп, скорее всего, самый популярный стример. Очень часто Паша собирает на своих личных стримах 50 тысяч зрителей. Поэтому, скорее всего, именно его автографы берут в первую очередь. Gzist. Играет на Сэмкой, чекает подсадку. Сохранил, напоминаю, свой девайс. О, по-моему, его слышали. И девайс должен понимать, что где-то вблизи находится игрок защиты. Гзист спрейт. Не попал. И не рискует, не падает дальше. Перезарядка. Выход от команды TSM тем временем на точку А. Смоки легли. Ну и ребята готовы ставить бомбу. Гзист отстреливает на Керригана. Бомба стоит. Нипы, кстати, сделали один килл. 14 хп остается у нас у капитана шведского коллектива. Но, по-моему, Team Solo Mid не собирается отдавать тот раунд. Дефузов, кстати, у нас нету. Гзиста. Девайс заходит в спину к одному, второму, третьему. Что творит девайс? Вместе с Дюпри на пару взяли и распетляли абсолютно всю команду Ninjas in Pyjamas. Так вот легко и просто. Главное выдержать крутой тайминг. Вроде как ждали мидл, проверили мидл, не было. Потом отошли выбивать аплен. Ну и девайс тут как тут. Отличный выход в спину и сделан абсолютно весь прошлый раунд. 1000. 1000 подарочных сундуков у нас выпало, дорогие зрители. Уже в этом матче за 5 раундов. И это довольно-таки много. Но вот мне, кстати, сундук еще не выпал. Я уже написал ВКонтакте, что начинаю нервничать. Почему же сундук? Ну, я знаю, мой сундук на Cobblestone ждет меня. Кобла у нас еще не было. Сундук, а в нем Dragon Lore. Размечталась дура одноглазая, скажете вы. Я, кстати, в прошлый раз выбил сундук с Cobblestone, открыл его тоже на стриме, но Dragon Lore там не было. Форест, а слева это Скажумба. Наконец-таки первый килл сумели сделать парни с команды NiP спустя 5 раундов. Ну, скажем так, первый энтри-фраг. Киллы-то они делали уже на кэше. Но эти киллы были, скажем так, в ситуациях, когда раунд был уже проигран. А вот сейчас первая ситуация, когда раунд можно взять. И первый килл от команды NiP. 4 в 5. Те самые в меньшинстве. Халдят контролят карту. Тем временем
Два человека у команды НИП на точке А. Подтягивается, кстати, третий игрок. Это Гитрайт, играя через холпу. Но Девайс просто взял и вышел на центре. И никто его здесь не ждет. Девайс дает информацию своим тиммейтам. Говорит, ребят, я в вентруме. Здесь вроде как чисто, и можно атаковать бэплэнд. Но отличная работа от Фореса вместе с Рибиграм. Хороший спрей от Адама. В итоге остается последний Экзипекс, и он тоже погибает. Счет становится 5-1. НИПы наконец-таки берут первый раунд, будучи в защите. На карте Декэш, дорогие зрители. АВП у нас у девайса есть. 4 АК-47. Пока что игра развивается в довольно-таки спокойном русле. Контроль карты. Кстати, 308 киллов у нас у Фореста. Интересно, это он специально заходил на какую-то карту, где игроки режутся друг с другом. Или все-таки... наверное, за счет ножевых раундов. Потому что у нас в онлайне на многих лигах сторона выбирается, конечно же, ножами. И, в принципе, Форест, если имеет этот нож уже на протяжении долгого времени, мог, в принципе, набить легко и просто 300 киллов с ножа. Форест играет с ВП у нас в вентруме. Готов откидывать смоки и флешки. Решил засмочить. Оп, а тут у нас смока не видно. Смок лежит на самом-то деле, который четко перекрывал только что Фореста. В итоге никто никого не убил. Тем временем Керриган занял центр. Чекает мидл. Коктейль Молотова у нас только что горел за пристроечкой. Ну и Гитрайт, наверное, под флешки своего тиммейта будет чекать этот мидл. Дюпри тем временем отстреливает Фриберга. Форест на пленте. Форест на пленте один. И довольно тяжело ему будет держать. Фореста вычислили, знает, где он находится. Форест не попадает. На ровном месте прилетает моментально хедшот. Форест погибает. Гитрайт также. Остается последний экзист. Один против пятерых. Пытается реализовать свою эмочку. У него это получается. Минус Керриган. Но бомба, естественно, установлена. И это уже шестой раунд для команды Team Solomid. Ну вот я говорил, что, конечно же, карты кэш — это больше плюсик, конечно же, команде Team Solomid, нежели НИПам. Хотя НИПы тоже кэш играют уже, ну, наверное, с самого начала. НИПы, если и черкают карту обычно, то черкают карту The Mirage. Именно Mirage они отказывались играть довольно-таки долгое время, когда в команде был еще Фифларен. А вот с Алло все-таки НИПы все чаще и чаще играют до Мираж, но опять же каким-то таким серьезным командам, будь то Fnatic, там, Virtus.pro, Na'Vi и так далее, они все-таки Мираж проигрывают. Но опять же, у Na'Vi и у команды Virtus.pro карта Мираж вообще является сильнейшей, и они, конечно же, любят играть в первую очередь карту до Мираж. Поэтому НИПы, если на Мираже могут кого-то обыграть, то... далеко не самые топовые коллективы. Прилетает ХАЕшка у нас. Экзисту в коннектор. Тем временем девайс чекает мидл. Играет он довольно-таки аккуратно с АВП. НИПы пока что ничего не меняют. Правда, в два дробовика решили сыграть. Эти ребята, Экзипекс подходит и простреливает экзиста. Отличная работа. Алла тем временем у нас находится возле дверей. Но и ждет, пока эти двери откроют. Ну, а двери пока что не открываются. Хотя часто ходит, знаете ли, террорист, который открывает двери, прыгает туда-сюда и пытается захедшотить коннектор. Собственно, против такого человека Алый стоит. Но не тут-то было. Те самые как будто знают, что перед дверями находится игрок защиты и туда особо не влазит. Хотя вот он, вот он, вот он, Гзипекс, который открывает двери и забирает финского игрока. Гзипекс делает свой килл, начинается выход на точку А. На пленте у нас больше никого нет. Один лишь Гитрайт находится где-то в районе хелпы. Придает четкий коктейль Молотова, но, по-моему, коктейль затушили. Видимо, опять у нас один из смоков не прорисовался, а может быть, коктейль Молотова не прорисовался до конца. Гитрайт все-таки не пошел. Кстати, в эту область, судя по всему, коктейль там горел. Ну и НИПы что, пытаются выбить? Да, меньшинство на большинство. У Дюпри, правда, по ХП все хорошо, именно от него все зависит. Дюпри по-прежнему в игре, остается последний фриберг, один против двоих. Подобные раунды он тащил против американской команды CLG на карте Dust 2, но тут все-таки, ребят, посерьезнее. Хотя Фриберг убивает нас Дюпри, все-таки один на один проигрывает к Зипексу в непростой перестрелке. Счет становится у нас 7-1. Team Solomid берут очень-очень важный для себя раунд, дорогие зрители. И в итоге это эко. Это эко от команды НИП. Денег нет совсем. По 2000 долларов. И этого, конечно же, не хватает абсолютно ни на что. Просто ни на что.
Поэтому придется сыграть с P2000-ными. Возможно, купить какие-то там P250-е. В частности, Фриберг купил все-таки Desert Eagle, но особо он ему не помог. Поэтому, на самом-то деле, ну, я всегда считал, что, наверное, неправильно покупать какой-то фичный пистолет, когда команда, в принципе, играет с пистолетами там стандартными. И особенно это касается Desert Eagle, потому что Desert Eagle стоит дороже всего. Поэтому, если команда делает эко с пистолетами P2000, наверное, правильно и тебе делать эко с пистолетами P2000. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет, если есть деньги. Но все-таки, если покупать пистолет какой-нибудь дешевый, там, P250, например, который и килл может сделать, и по деньгам, по сути, скажем так, ты ничего не теряешь. Но, опять же, тут все спорно в таких вот моментах, поэтому... Купил и купил. Матч продолжается, дорогие зрители. 8-1. Счет, правда, печальный для команды Ninjas in Pyjamas. Я думаю, многие со мной согласятся. Но это TSM. И, естественно, наверное, даже на ставках CSGO Lounge и GamingBets, я имею в первую очередь, именно TSM являлись здесь фаворитами. Я, правда, не заходил, не смотрел, но я думаю, что процентов 70, наверное, всех ставок стоит как раз-таки на Team Solomid. Ну, не зря все-таки они считаются вместе с командой Fnatic, наверное, основными фаворитами на этом турнире. А уже потом все остальные, там, ВПшники, НИПы, Нави и так далее. И Envyas, кстати. Вот Envyas, мне кажется, тоже могут удивить, потому что эти ребята играют в последнее время, ну, очень сильно. НИПы сделали опять первый килл, кстати. Кажумп у нас погиб. 4 эмки с глушителями, одна без. Фрибер готов принимать у нас вентиляцию. Тем временем девайс занял мидл. Ну и Гитрайт как раз-таки ждет. Ждет своего оппонента именно на центре. Фрибер стреляется. Вентиляция погибает все-таки Адам. Ну и очень классно. ТСМ раскачивает своих соперников. Форест! Какие же минусы он делает. Очень круто сыграл у нас Патрик Линдберг. Был он, ну, в принципе, в такой безвыходной ситуации. Но взял и справился. Отличная работа у нас от Фореста. И в итоге погибает. Калаш у нас. У Патрика появляется. Эмочки. АВП у Кажумба. Девайс тем временем готов пойти на мейн. Откидывает стандартную хаешку антирашевую. Ну, если бы у НИПов кто-нибудь аркадил в мейн, скорее всего, он бы просто погибал бы вот этой гранаты. Гзист тем временем. Оп, нашел там щель. Кого-то набил довольно-таки серьезно. У девайса остается 1 хп, дорогие зрители. Ну и пытается как-то НИПы все-таки стабилизировать ситуацию. Потому что счет очень-очень серьезный. Скажем так, 8-2, 5 раундов остается. И TSM, конечно же, ну, не рассчитывают НИПам отдать теперь все раунды подряд. Это было бы неплохо для НИПов, конечно. НИПы будут стараться брать 5 подряд. Но это будет довольно-таки тяжело. Поэтому, в принципе, в первой половине все должно закончиться счетом там 10-5 или 11-4 в пользу команды Team Solomid. И я, например... Тяжело представляю, как же НИПы будут отыгрывать за атаку, как они будут навязывать свою игру. Ну, если у тебя самое получилось, то, в принципе, и у НИПов может получиться. Гзибокс оцеливает на 200, погибает моментально Алу на пленте А. В этот момент Форест врывается вместе с Гитрайтом на точку. Забрали Керригана, отлично. Форест замечает Гзибокса, тот делает размен. Ситуация 3 в 2, но находит Кажумба. А это уже 2 в 2, и девайс красный. У НИПов хорошие шансы все-таки взять третий раунд. Бомба пока что не стоит, 10 секунд. Бомба на руках, но не стоит. Гитрайт. Хорошая позиция. Играет на таркере. Запрыгнула плент. Играет на шифте. Находит своего оппонента. Гзибокс погибает. Остается последний. У нас девайс. И еще и забирает девайс Фриберга. Но на Гитрайта все-таки его не хватило. 1
процент жизни был все-таки у девайса. Гзи спрашивает, сколько же было у тебя ХП? И Дюприм отвечает за своего тиммейта, говорит, один ХП всего лишь был. В итоге Гзи рисует улыбку. Ну, действительно, смешно. Вот очень часто в Counter-Strike бывают такие ситуации. Согласитесь, наверное, многие со мной, когда вот ты вроде как стараешься, ты играешь, должен кого-то убить, оставляешь его красным, а потом этот человек берет и всем раздает, и, скажем так, выполняет ключевую роль в том раунде, где ты этого человека, в принципе, должен был обезвредить. Потом такой сидишь, вспоминаешь об этом моменте, да, о твоей перестрелке, и думаешь, блин, как же не повезло. Ну, такое бывает в Counter-Strike. Тем временем, скажу, взял так 9 и просто пересиливает Фриберга. Как чересчур агрессивно Непы решили сыграть под Б. Мы в итоге остались без одного из своих тиммейтов. 4 в 5. Попытаются, конечно же, тащить. Но у Кажумба по-прежнему так 9-го не стал пока что менять. Алло, СВП промахнулся на центре. И теперь прекрасно понимают. Это риск, скорее всего, что с подсадки особо на центр не стоит вылазить, потому что все-таки у Теров АК-47. Хотя вышел. Вышел человек на центр и перестреливает Алло. Не самая внятная игра у нас от снайпера команды. Ninjas in Pyjamas у Форест тоже не получается аимить по мейну. И вот как-то вопрос напрашивается. А что по аиму? А по аиму пока что у команды NiP какие-то проблемы. Team Solomid довольно-таки раскованно, что ли, ходит по карте и хедшотит. Ну, такая игра. Здесь, естественно, 50%, наверное, успеха таится как раз-таки в стрельбе. 50% там тактики, стратегия, понимание, логика, перемещение, гранаты. Но все-таки 50% в этой игре зависит, конечно же, от стрельбы. А может даже и больше. Это так, опять же, все образно. Керриган с АК-47 чекает мидл. Девайс тем временем пытается отстрелить коннектор. Попадает и очень много дэмэджа он носит с помощью этой хаешки. Переключается на так 9, ну и просто один девайс разваливает целую комбинацию от команды NiP. То есть ребята что-то там выстраивали, общались, пытались наладить коммуникацию в команде, но тег 9 от девайса и трипл килл. Форест Фриберг вдвоем против троих. Форест занимает нас ангар, бомба тем временем смещается к точке Б. Девайс, по-моему, слышит. Да, он дал информацию по Форесту, предупредил Гзипкса и еще и находит Фриберга на центре. 10-3 в пользу команды Team Solomid. Ну и, возможно, действительно счет будет 10-5, а то и жестче, а то серьезнее в пользу команды Team Solomid, потому что два раунда у нас остается. По деньгам у одних все хорошо, у вторых все плохо. Фамас у нас у Алу, у Гитрайта дробовик, Непы рискуют. Вот я, помните, обращал внимание на эко от американской команды за террористов на карте Dust 2. И говорил, что дважды в CSGO никто не сливает. И вот Непы это подтверждают. Они понимают, что еще одно эко и счет 1-4. Они покупают дробовики, они покупают Фамас, и лишь бы дважды не сливать, лишь бы затащить. Девайс на подсадке замечает Гитрайта. Тот у нас работает с дробовиком. Девайс, кстати, не рискует. Слышит, что Гитрайт пытается его отстрелить и откидывает просто под себя грамотный коктейль молота. Очень четко работает девайс в этой встрече. Гитрайт пытается найти пиксель, 50 хп теряет. Гитрайт! 9 хп остается у нас у Кристофера Алисунда. Он себя загнал очень серьезно, просит помощь. Еще один коктейль Молотова, и Гитрайт сгорает. Кристофер Алисунд, лучший игрок 2014 года, не сумел найти себе место на центре. В итоге, ну, насколько грамотно, опять же, играют те самые. Вот, даже коктейли Молотова умеют... Это мастер-класс на самом-то деле, когда ты просто по звукам какой-то минимальной ориентировочки откидываешь грамотные коктейли Молотова, и человек сгорает, просто не может никуда уйти. Форест Фриберг, выход на точку А. Форест у нас находится на хелпе. Скорее всего, залезет сейчас на бортик. Откидывают у нас не самый хороший смог с плента А. Ребят с команды TSM, в частности, Xipex, еще один коктейль Молотова. Форест забирается на борт, примерно понимает, где находится как минимум один оппонент. Чекает трактор, там у нас никого. Тем временем Кажум находит Фореста, делает свой килл. Остается последний Адам Фриберг, один против двоих. И у Непов абсолютно ничего не получается пока что в этой встрече. 11-3 в пользу команды Team Solomid. И остается буквально лишь один раунд в первой половине. Что можно сказать? Можно сказать, что пока что все очень и очень печально для команды
Ninjas in Pyjamas. На карте The Cash, ну, нельзя сказать, что там за сильную сторону. Хотя, на самом деле, Дифен считается сильной стороной на кэше. Да, карта сбалансированная, но согласитесь, отдавать, опять же, за дефенс 11, а, скорее всего, и 12 раундов, это много. Это много, причем даже на самой, там, ну, на любой карте, за любую сторону. Потому что потом можно, опять же, отыграть плохо в пистолетном раунде и уже просто не собраться, не затащить. Ну, посмотрим, как сыграют НИПы. Пока что Фриберг заходит в спину, обезвредил девайса. Возможно, удастся все-таки затащить 4 раунда, а не 3. Пока что, скажем так, имеются предпосылки на это. Форест обезвредил у нас Дюпри. Взял АК-47. В этот момент Фриберг пытается зайти через мейн. Получает моментально от Гзипкса. Коктейль молотого на плент. Врывается Гзис под коктейль и погибает Кажум все-таки от коктейля молотого. Гзипкс один на один против Фореста. И не получается у Патрика ничего в этой ситуации. 12-3 в пользу команды Team Solomid на карте The Cash. Гзис пишет любезно Good Half, что является хорошей стороной. Ну, скажем так, это такой момент любезности от двух профессионалов. Тут Форест еще подключается, говорит, еще well played, хорошо сыграли, но посмотрим. Пистолетный раунд, опять же, сразу возможно нам ответить на вопрос, будет здесь камбэк, не будет здесь камбэка, потому что если те сами возьмут пистолетный, скорее всего, НИПы уже не выкарабкаются. Ну, с другой стороны, опять же, даже с пистолетным раундом попытаются, конечно же, НИПы ну, в любом случае покупать во втором, там, теки девятые, плюс армора и так далее. Поэтому была не была. Минута времени. Минута до конца. Точнее, для до начала, до конца перерыва, до начала второй половины. Тем временем у нас сколько-то на русской трансляции? Сейчас хочу посмотреть цифры. Цифры у нас сегодня очень хорошие. На втором матче Team Envias против Luminosity, кстати, там тоже может быть сенсация. Карта Cobblestone, насколько понимаю, там уже определился у нас фаворит, точнее победитель. И, возможно, там, кстати, победил Luminosity Gaming, но я точно этого не знаю, потому что не могу посмотреть. Тем временем на экранах парни с команды Team Solomid. Ребята, опять же, совсем чуть-чуть общаются, потому что у них уже готова комбинация на пистолетной, конечно же. И вот, опять же, в таком матче стоит подумать, а нужно ли демонстрировать какой-нибудь такой серьезный 100% фишечный пистолетный раунд, который наверняка они подготовили на карте The Cash, или не стоит этого делать. Get Right, просто стеклянный взгляд человека. Очень сильно расстраивается у нас Get Right по поводу игры своей команды в последнее время. Да и не только, наверное, команды и своей игры в частности, потому что, напоминаю, что дважды этот человек занимал строчку первого в мире за 2013-2014 год. НИП занимали, опять же, строчку лучшей команды в мире за 2013 и, возможно, 2014 года. Но вот последнее время успехи у этой команды не самые хорошие. Ну, смотрим. Пистолетный раунд. Team Solomid против Ninjas in Pyjamas на карте The Cash. Девайс у нас пока что находится под мейном. Играет он с успехом. Get Right начинает раскидывать гранаты на точке А. Ошибочка с флешкой. Флешка в никуда. А, возможно, это было важно. Посмотрим. Девайс у меня в нычке. Пока что не замечает он Гзипкса, потому что там находится смог. Ну, Гзиста, извините. Ну и в итоге девайс довольно-таки легко обезвредил капитана команды НИП. Моментально подключается к Zipex. Невероятно начинает нас лагать. GoTV и Get Right погибает. Фриберг один против четверых. Минус. Team Solomid берет пистолетный раунд. Я извиняюсь дико за эти лаги, но вот почему-то до сих пор у нас не придумали на мейджорах другой системы для официальных комментаторов, нежели просто, опять же, как и все, в общем порядке смотреть через GoTV-шку. То есть, по сути, вы можете быть... Ну, возможно, вы испытываете такие же лаги, если смотрите через Counter-Strike. Хотя, с другой стороны, здесь, скажем так, можно несколько раз попытаться переключиться на другие сервера, более, скажем так, свободные. Но, с другой стороны, тоже в прямом эфире искать сейчас нелагающий сервер будет довольно-таки тяжело. Поэтому извиняюсь, но по-другому здесь никак. Начинается раскидка аплента. Прилетает несколько смоков у нас на плент, смоки на хелпу, на коннектор. Керриган играет на бортике. Ну, как и говорил, НИПы отдали пистолетку, но все-таки во втором раунде попытаются реализовать свои тег 9. Хорошая раскидочка. Наконец-таки Get Right удалось сделать килл, но девайс уже подоспел на точку. Забирает Get Right, а минус Гзист. Алло, 14-3 у НИПов.
в очередной раз ничего не получается. И мне кажется, опять НИПы будут покупать P250, первые и вторые арморы. Ну, отдавать 15-й, чтобы потом купить калаши, я думаю, это не самая хорошая идея. Может быть, НИПы так и поступят, но зачем? Да, НИПы все-таки решили сделать эко. Мне кажется, что... Ну, тут всем, по-моему, очевидно, всем понятно, что НИПы в этом матче, скажем так, проиграют. Но если ты уже проиграешь, зачем делать эко? То есть, чтобы потом, скажем так, САКА попытаться затащить со счета 15-3, ну, очевидно, что нет. Поэтому можно, в принципе, покупать пистолеты, там, P250, теки, вторые арморы и пытаться тащить. Да, счет 14-3, да, у тебя пистолеты, играешь против эмки, но ты хотя бы пытаешься, ты тащишь. А сейчас, ну что, сделали эко, вышли на центр, погибли, отдали 15-3. Да, купили сейчас АК-47, но буквально одна маленькая ошибка. То есть, как бы хорошо ты теперь не играл за атаку, как бы ты ни старался, одна маленькая ошибка. Все, 16-ю команда Team Sulamit, и ты проигрываешь. Ну, НИПам нужно, опять же, использовать сейчас эту карту для того, чтобы сделать какие-то выводы, что-то понять, разыграться, затащить. Сегодня, в принципе, они уже играть не будут, они будут работать уже завтра. Опять же, если проиграют, ну, конечно, будем допускать всегда, возможно, сейчас камбэк от шведского коллектива, хотя, ну, на таком вот суперпрофессиональном уровне, ну, было, наверное, что-то в истории, да, мирового Counter-Strike, но, согласитесь, это случается, ну, по каким-то таким праздникам, там, Пасха обычно, церковным таким, там, Рождество, только действительно, когда вот народ хочет чуда, оно случается. Ну, сегодня у нас ничего подобного нет, хотя вот Яблочный Спас был пару дней назад, по-моему, ну, может быть, может быть. Форест пока что погиб. Гзипекс. 4 хп. Девайс тем временем у нас возле мейна. Прилетает смок под дверь. Начинается откидка гранат. Пытаются НИПы зажать планет с нескольких сторон. Но здесь довольно-таки раскованно работает девайс. Гзипекс делает килл. Ну и все. Без шансов. 16-3. Ребята с команды Team Sulamit очень легко обыгрывают шведов из команды НИП. Если честно... Ну, я не ожидал, что это будет настолько серьезно. Да, Team Sulamit фавориты группы, но чтобы настолько легко обыграть, скажем так, именитую команду НИП, чемпионов прошлого турнира, я думал, что нет. Но, как мы видим, справляется у нас парни с команды Team Sulamit. Мы же уходим на рекламную паузу. Следующая группа, которую мы будем смотреть, это группа С, это группа команды Na'Vi, дорогие зрители. Первый матч, опять же, в исполнении команды Na'Vi. Поэтому не пропустите. Надеюсь, вам падают сундуки. Оставайтесь с нами. Пальчики вверх. Yeah, right, last man standing, P250 out, jumping and shooting, he gets one more kill, looking for it, he's got him hunted down, time is up, oh my god, Garrett, are you gonna be kidding me? The last kill in, 1 second left.